Здравствуйте, друзья. Что-то тут у нас оживился народ на канале. Я тревожные сообщения получаю, что вот там вот война какая-то начинается, и что там сейчас вообще, я не знаю, что будет и вообще. И я думаю, а что такое? Значит, и что я хочу сказать? То есть я знаю, что, я просто хочу вам вот что сказать. Каждый раз, когда возникает вопрос такой, а что вот сейчас завтра начнется, сейчас что-то такое произойдет, сейчас какая-то война, куда деньги прятать там и так далее. Вот приходите, например, на сайт Bloomberg. Почему Bloomberg? Потому что он денежками как бы интересуется, это такой, ну, специфический сайт. И я, например, его люблю, потому что я вот так прихожу в любой момент, и вот эта табличечка тут сверху, Dow Jones Mini, там S&P и так далее, вот они тут какие-то есть. И вы видите, что абсолютно ничего не происходит. Вот даже Dow Jones Mini там подрос, там на 42 пункта, ну то есть так он. Ничего не происходит, нет обвала. Вот пару дней назад, там, допустим, вот там было моменты, когда на 500, на 700 позиций вот этот Dow Jones сползал вниз. А тут ничего нет, ничего не происходит. Услышьте меня. Вы смотрите на картинку и, не читая заголовков, не пытаясь уйти куда-то вниз и посмотреть, а о чем пишут, что волнует Америку, никто, ничего, всем пофигу. Понятно, да? То есть, как бы, вот это вопросы войны и мира вот прямо тут. То есть, те люди, которые сидят и целыми днями смотрят новости и на каждую там новостишку реагируют, там нет ли где навара какого или наоборот убытка какого, вот эти все люди, вот они никак совершенно не отреагировали. Что интересует Америку? Давайте глянем. Вот Цукерберг, значит, Марк Цукерберг, значит, как бы самый главный, или как смотрящий по компании Facebook, его там, значит, пытают сенаторы, а он, в общем, неплохо держится, пожалуйста. Значит, республиканцы пытаются защитить Мюллера, прокурора, да, который, следователя, там, я извиняюсь, он ведет следствие там по делу о возможном заговоре, значит, во время выборов там и так далее, заговоров с российской стороной или с какими-то силами. Вот, и поскольку Трамп явно там как-то на него уже начинает бочку катить и так далее, вот, значит, вот они какими-то большими буквами вот говорят, что чтобы он его, не дай бог, не уволил, они хотят его, значит, там защитить. Что еще? Вот уже после Цукерберга, там, между делом, значит, Трамп вот так как бы прикидывает какие-то там возможности нанесения удара по Сирии. Ну, что там дальше рядом, более крупными буквами? Какие-то такие вещи, который вообще нормальному человеку, он даже и читать не станет. Вот. Ну, для меня, например, наиболее интересным, скажем так, чисто вот по-граждански, вот то, что Пол Райан, председатель республиканского большинства в Нижней палате, в палате представителей, что он, скорее всего, не будет, значит, выставлять свою кандидатуру там для переизбрания. Ну да, вот и то, понимаете, глубоко наплевать, кто там у них будет и так далее, от этого ничего не изменится. Вот, и вот тоже обсуждают, как, значит, предотвратить, чтобы Трамп как бы не перешел какую-то там черту, видимо, ну давайте глянем, какую именно черту, то есть, может быть, это то ли с войной, с импичментом, да? Да, а вот он, говорят, что он там хочет уволить заместителя генерального прокурора, вот этого Розенштейна, который, ну я так по-нашему говорю, Розенштейн, который назначил следствие вот этого Мюллера и так далее. То есть речь не идет вообще, как бы он какую черту не перешел там с военными действиями, не, я вас умоляю. Правда, ну вот не на что, вот опять, значит, Facebook у нас, Цукерберг у нас, да, значит, вот Трамп своими твитами достал сток маркет, который скачет туда-сюда. Вот в Венесуэле тут у нас что-то происходит. Ну, то есть, вот вам, собственно, и все. Мы можем, конечно, глянуть на что-нибудь еще. Ну, давайте пойдем на CNN. Хотите CNN? Вот вам CNN. Вот о чем пишет CNN. Значит, CNN пишет, что, собственно, искали. Что, собственно, искали агенты FBI в офисе адвоката Трампа, который, значит, в частности, платил, значит, откупные порнозвезде, которая утверждает, что у нее там были отношения с Трампом. Ну и вот, в частности, вот это вот вы видите тут сюжетик из знаменитой записи, где Трамп
обсуждает с журналистом, вот тут слева мужичок, обсуждает, как он там теток хватал за разные места и так далее. И вот они вышли из автобуса, и вот, значит, они там бесед, вот этот вот тейп, они хотят что-то по этому тейпу найти. Вы видите уровень, значит, интереса. Вот новый круизный корабль, 22 ресторана, 24 бассейна, может поехать действительно, 2759, значит, кают, здоровенная дурында, господи, куда же он так? Друзья, на этом через Панамский канал не пройдешь, вот так мы скажем. Значит, что тут еще? Ну вообще, ну ничего, нет новостей, ну давайте пойдем на какой-нибудь консервативный, скажем, вот Fox News, может быть, эти что-то такое нагнетают. Абсолютно ничего. Вот это, вот этот самый Коэн, мы бы у нас с вами сказали Коган, да, вот, вот тот самый Коган слева, которого, значит, шмонали офис в надежде что-то там найти, не знаю, нашли, не нашли. Президент чувствует, что копают под него и хочет всех поувольнять. Так, значит, ну вот Калифорния, значит, борется за право там, значит, держать границу открытой. Там есть там судебный кейс, судят. Федеральные власти пытаются судить Калифорнию за то, что она там что-то не так делает и так далее. Ну, правда, ну вот, посмотрите, ну ничего, ну ничего. О, вот, пожалуйста, вот тут какое-то видео есть, Марк Помпео. Russian aggression enabled by soft power. Да, он говорит, что распустили мы вот, как бы, ну хорошо, поговорил, ладно, молодец, да. Facebook. Да, сенатор Тед Круз, вот этот вот, из Техаса, такой экстремал по-своему. Вот, скажем так, для республиканского истеблишмента он экстремал. Он говорит, что вот Facebook там, значит, консервативный, консерваторов там зажимал исторически. Друзья, вы видите, что вопросы войны и мира не занимают абсолютно никого. Ну вот если там... Давайте, знаете, я для вас специально сделаю поиск. Там War with Russia. О, пожалуйста, War with Russia. Давайте посмотрим. Что-нибудь такое. Значит, вот что пишут. Давайте я, знаете, что сделаю? Я скажу, давайте-ка мы посмотрим, чего пишут за последний час. Вот реально. Значит... Трамп пужает, что жахнет, значит, ракетами. Так, значит, по Сирии. И говорит, нефига тут Раши на нас, как в холодной войне, там слова всякие используют. Так, значит, тут кто-то там эксперт по... А нет, это World, значит, мол, типа, нефига нам делать там, Middle Eastern Expert, да, то есть человек, который там вот по Ближнему Востоку, говорит, надо валить оттуда и ничего там не делать. Значит, Трамп обещает жахнуть по Сирии и предупреждает Россию против того, чтобы там поддерживать Асада. Слушайте, ничего нет, это за час, ну давайте не за час, давайте, может быть, за 24 часа, может, что-нибудь поинтереснее будет. Трамп, BBC, это BBC говорит 2 часа назад, что Трамп говорит, что отбомбимся ракетами. Тут Нью-Йорк Таймс 13 минут назад говорит, ну да, говорит, предупреждает Россию, что нефига Асада прикрывать. Говорит Раша, он говорит, Россия, Ал-Джазира, это такой известный источник, вот, и говорит, что предупреждает российские власти, чтобы те были готовы, когда, значит, Америка жахнет по Сирии, чтобы не пострадали. Ну, вот собственно, все. US strike on Syria could start war with Russia, but it's not likely. Да, вот тут есть некий, значит, Vox там, который говорит, может начаться война с Russia, но это маловероятно. Вероятность войны с Россией в самом первом, да, вот, из того, что я сказал, нашла отражение в позициях на рынке ценных бумаг. Ну, то есть они оценивают ее в ноль. Так. Великобритания. Да. Значит, Россия ожидает... 6 часов назад напишет, что Россия ожидает, что США запустят ракетную атаку по Сирии в четверг. Это что такое четверг? У нас сегодня среда. Это российский журналист, значит, заявил через несколько часов после того, как Трамп предупредил Москву, что ракеты будут запущены.
Ну вот правда, ничего такого нет. Вот Россия готовится к войне, Newsweek пишет, с Соединенными Штатами, значит, инструктируя как бы граждан прикупить водички. Ну хорошо. Вот. В общем, собственно, вот так. Вот то, как американцы реагируют, я надеюсь, вы поняли. И хочу сказать, что, в общем, пока все тихо. Пока все тихо. На этом, так сказать, мы с вами прощаемся. Все. Пока тихо.